Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Black Shark 4 включить ночной режим. Для этого в первую очередь переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Режим чтения». Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Также, удержав на нем палец, можем открыть некоторые его настройки, можем изменять его уровень, можем использовать его по расписанию. Можем оставить его просто от заката до рассвета, или же можем поставить собственное время. Выбираем время начала, время окончания и используем наш режим по расписанию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!